Всем привет, ребят, меня зовут Ник, и сегодня мы будем играть в Бисфарм Симулятор. И как обычно, не просто будем играть в Бисфарм Симулятор, а я вам покажу, как фармить микроконвертеры. Ребят, я думаю, у всех была такая проблема, что вам надо срочно переработать мед, а у вас там, вы уже все вот эти вот затикеты использовали, там, все микроконвертеры использовали, и здесь очень долго разгружать прям в улье. И сейчас я вам расскажу, где можно фармить микроконвертеры. Давайте первым способом надо убивать мобов. И давайте сразу же попробуем убить всех мобов и посмотрим, из какого моба нам выпадет микроконвертер. Конечно, шанс небольшой, но он есть. Вот, то есть давайте попробуем их убить. Вот, допустим, сюда теперь сходим. У нас здесь леди баги. Только что убили скорпиона. Давайте убьем леди багов. Из скорпиона нам ничего не выпало. Из леди багов нам, к сожалению, ничего не выпало тоже. Давайте посмотрим, паучок у меня жив, я просто его убивал. Да, нет, он типа убит уже. Вот, давайте сразу же зайдем к Веровульфу. Так, Веровульф у нас тоже жив, это очень даже хорошо. Так, убиваем его, и что нам падает из него? И нам здесь падает тикет. А даже один тикет нам выпал. Ну, это, конечно, маловато, но, в принципе, неплохо. Давайте дальше будем ждать. Так, сейчас мантисы. Мантисы на очереди. Так, здесь не выпало это печально. Здесь вообще ничего не выпало почти. Там выпала одна блуберка. Ой, один пайнэппл. И 800 меда. Это печально. Давайте сразу же быстрый полярка зададим квест. Вот, прям очень быстро. Ну, полярка, как обычно, мало дает. И мне это немножко не очень нравится, на самом деле, что он нам реально очень мало дает. Так, дальше у нас есть... что у нас есть? Дальше у нас есть еще одни мантисы. Вот, и Рина Битл даже тут есть у нас. Неплохо, давайте его убьем. Так, бам, собираем. Вот это вот. И вот здесь нам ничего не выпало. Ребята, я, наверное, не смогу сейчас убить туннельку, но из туннельки, ребята, по-моему, падает вот прям 1000000%. Ну, хотя нет, на самом деле шанс больше падает у мондочек. Это 100% падает у мондочек. Если мы его убьем, прям, ну, там 3, по идее, должно падать где-то. Вот, в принципе, ну как-то так. И у краба также может очень много микроконвертеров, прям. Ну вот я максимум собирал там 8 микроконвертеров у этого у краба. Ребят, убивайте почаще краба, в принципе. Вот. И я, кстати, недавно закончил последний квест этого сейчас. Сейчас я скажу этого ученого, вон он там стоит, он ученого медведя выполнил квест недавно последний и получил переводчик, конечно же дал его этому Бакаби. Вот как вы заметили, у меня есть квест Бакаби, вот он, вот Танго называется, ребят. Ну там на самом деле пока что легкие квесты, они можно сказать автоматически выполняются, потому что я даже ничего я не смотрю на этот и сами они выполняются вот так. Я думаю, ребят, мы по всем мобам прошлись, но нет, у нас остался еще один моб, это вот этот, ну, нам, в принципе, ничего не выпало, это как бы свойственно, нормально, потому что обычно с таких мобов ничего не падает. Давайте сразу же перейдем к еще одним мобам, также падает с Афида, это прям, я не знаю, ребят, не прям всегда падает с Афида, но чаще всего с Афида падает, ну, я не знаю, сколько процентов, но, скорее всего, с Афида вам прям упадет, нормально. Также можно выбить из ростков, да, ребят, из ростков можно только также выбить микроконвертеры. Конечно же, от самого такого редкого ростка будет больше шансов на выпадение микроконвертера. Также выпадает из ростка такого Festive Bee, но это он уже, походу, закончился. Также выпадает за квесты Черного Медведя и... То есть, иногда, конечно, у коричневого, по-моему, я еще не получал коричневый, но, по-моему, за какой-то нам дается, и также у черного это 1000000%, что там выпадают микроконвертеры, но один раз так точно выпадает, я не знаю. Также, ребята, если, знаете, там 10 каких-нибудь экстрактов, давайте попробуем задонить сейчас 10 синих экстрактов, я не знаю, повезет нам или нет. Но я надеюсь, нам повезет, и мы выбьем... О, давайте Memory Match сразу сыграем. Кстати, еще один способ — это Memory Match. Также вот Magic Bean у нас есть. Потом посмотрим, что у нас были там, микроконвертеры или не было их там. Я не знаю. Так, и у нас микроконвертеров здесь, к сожалению, не было. И давайте задонатим 10 синих экстрактов. По идее, из 10 должно падать нормально. Так, и мы задонатили...
Нет, здесь нам выпали только бусты, но обычно падает вообще ни меда, ни бустов, вот только вот, я помню, мне выпало, ну, короче, вам должно выпасть, попадайте свою удачу. Также давайте сыграем рулетку за 500 тысяч, и если вдруг настанет ночь, сыграем за 5 миллионов. Так, бам, заходим сюда. Так, вот, джелибинцы я собрал бы, кстати. Так, масло, глиттер. Опа, глиттер, неплохо. А у нас где-то еще тикет был. Блин, тут походу тикет, да. Ну ладно, я все забыл. Ну, главное, что я выиграл глиттер. Кстати, вот. Вот такие вот, ребята, что у нас еще? Как можно? Также можно вводить некоторые коды. Код первый называется Club Converters. Сейчас напишу его. Club Converters. И он уже у меня активирован. Также можно использовать код каблы. Сейчас я его скопирую и ставим сразу же, чтобы долго не тянуть. Вот этот код, он тоже работает. Он рабочий. Также 3-year party. Я думаю, вы уже все его завязали. Я не знаю, какой челик еще его не завязал. Но 3-year party вообще самый офигенный код, который мог быть в этой игре. Сейчас написано почему-то инвалид промокод. Но, ребята, это вообще был очень топовый код. Напишите, кстати, в комментариях, сколько вы нафармили с этого кода, если вы вообще вводили. Мне очень интересно. А вот я нафармил 1.3 миллиарда. Да, 3 миллиарда нафармил именно с моим сетом. И также, ребята, если вы зайдете на тестовый сервер, то у вас можно использовать код, сейчас скажу, вот этот вот, Кибернейшн. Кибернейшн, это, знаете, ребята, да, вот когда вы убили Монда Чик, написано Кибернейтин. Вот, и он типа, я не знаю, как это на самом деле переводится, и вот я нас заспамится через 40 минут этот. Короче, и также можно было их выбить в, купить за 2000, ой, за 1700 робоксов, ну, на зимнем. Ну, короче, на самом деле на зимнем можно было много где получить, на зимнем ивенте можно было много где получить этот микроконвертер, там открывать вот эти вот подарочки, там 12-й там был подарок. Вот тут вот на крышке был 12-й подарок. На крыше, не на крышке. Вот, вот так, в принципе. И как бы вот такие вот, ребят, способы выбить микроконвертер. Я не знаю, выбирайте самый действующий способ для вас. Вот, лично для вас. И вот так вот, ребята. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем пока.